В иной ситуации я бы сказал, что это выглядит красиво. Все-таки добрались. Новосибирск. Хорошо бы там не очередные сумасшедшие. Полковник, мосты целые, и фон растет. Сумасшедших, похоже, не будет. Только мы. Мутанты будут, 100%. И дома все целые. Сэм, что там с радиацией? 8 раз выше, чем в Москве, и по-прежнему растет, полковник, сэр. Думаю, лучше тут на поверхности долго не быть. Просто зашкаливает. Ну что, готов, Артём? Конечно. Давай за мной. Ну, это путь в один конец. Мы вас не победим. Тут все сложнее, чем мы надеялись. Времени нет, так что пойдем на пролом. Пройдемся по плану еще раз. Ермак. Аврору уведем на юг, на грузовую станцию Сибирская. Я на вашей карте отметил. Степан. Мы с Крестом, Сэмом и Идиотом отправляемся в корпус института в Академгородке. По пути заедем в железнодорожный музей. Может, для Авроры что-то найдется. Мы с ТТ на охране Авроры. Отлично. Мы с Артемом проверяем центральное здание института. Фон здесь сумасшедший. Так что попробуем пройти через метро. Ну, начали. Спартанцы, удачи всем. Увидимся на точке сбора. Удачи. Эта музыка, эти звуки шагов. Чтобы спасти тетю Аню, да? Очень эпично. Да. Ты, пожалуйста, присмотри за ней, пока мы с Артемом не вернемся. Договорились? Конечно. Мы с Мишкой будем ее охранять. Правда, Мишка? Мишка пост принял. До свидания, дядя Артем. Увидимся. Не волнуйтесь за тетю Аню. Мы с Мишкой за ней присмотрим. Она только заснула. Вы уже идете? Да. Надеюсь, успеем. Аня сильная, она вас дождется. Обязательно дождется. Вы только возвращайтесь. Спасибо, Катя. Заходи, Артём. Видишь, приступ удалось остановить. Так что не волнуйся, пульс четкий. Она просто вымоталась слишком. Теперь до завтра проспит, наверное. Держись, любимая. Я вернусь. Возвращайся скорее. Для нее это будет лучшим лекарством. Ваше снаряжение, полковник. Спасибо, Коль. Артем, тут тебе не Москва, где ты месяцами прогуливался. Черт его знает, что тут за мутанты водятся. Подумай хорошенько, что взять с собой. Я жду машины. Да, я уж все взял. Со щитом? Пошли. Или на щите? Со щитом, брат. Со щитом. Ну что, готовы? Готовы. Ну, Артем. Вот он, твой.
твой шанс. Последний. Ты меня понимаешь? Очень на это надеюсь. По коням. Артём, ты смотри по сторонам, мне будет некогда. Дорога тут точно не чищена. Удачи, ребята. Кроме нас, ей надеяться не на кого. Сколько вагонов стоит. Похоже, эвакуацию провести не успели. Попробуем подняться на площадь за зданием вокзала. Вход в метро где-то там. Так, пешком было бы легче, но из кабины лучше не вылезать. Меньше радиации схватим. Но рискнем. Давай. Ну, как тебе дорога к мечте? Не жалеешь? Вижу, жалеешь. Только давай эти переживания сейчас засунем куда подальше. Артём, мы справимся. Так точно. Похоже, там можно выбраться. Держись, ща тряхнёт. Военные все перекрыли. Похоже, накрыло в разгар эвакуации. Мне кажется, мы здесь не выйдем. Да, тут мы хрен спустимся. Вход в метро совсем замело. Артём, давай за баранку. Я по карте смотреть буду, куда дальше. Времени круги нарезать у нас нет. Так, по карте вход в метро тут недалеко. Давай, потихоньку двинули. Судя по карте, эта дорога ведет в центр. Давай вперед, но поглядывай по сторонам. Может, будет где спуск в метро. О, сколько снега. А буря все усиливается. Дорога мечты. Дико выглядит. Дома целые, а город мертв. Может, в Москве все же лучше, а? Да хрен его знает. Черт, ладно. Ладно, давай направо, деваться больше некуда. Давай во двор, налево. Только не торопись, а то застрянем, заметет. Давай по прямой. Аккуратней, Артём. Аккуратней. Шторм усиливается. Фон тоже растет. Долго мы тут не протянем. Налево. Смотри,
Давай туда. Так обратно на проспект вырулим. Ах ты, ёперный балет, снова пробка. Тут, похоже, танк прошел. Давай за ним. Все, приехали, черт подери. Черт возьми. Дальше на своих двоих придется. Но распишись, фон все растет, фильтров надолго не хватит. Давай, Мельник, давай, за тобой. Давай за мной, не останавливайся, или нам конец. Сейчас будет большая развязка, и где-то за ней вход на станцию. Осторожно, снег глубокий. Черт возьми, по колено снега. Охренеть. Пошли, может, тут получится спуститься в метро. Через автобус? Ну, давай. Через автобус! Я понял, я пошел. Сука. Сука. Вроде бы живой. Мельник, нормально? Добрались все-таки. Давай поищем проход в сторону центра. Ничего себе, тут все привалило. Есть идеи, как попасть в тоннель? Ну-ка, помоги. Давай помогу открыть. Ну, 3-4. Офигенно, реализован снег, сосульки. Ну, в смысле, лед. Скелеты кругом. Знакомая картина. Эти, похоже, уже 20 лет тут лежат. В метро такое же самое видели. Идем дальше. Только не расслабляйся, эти, понятно, уже не кусаются. Но мало ли кто тут выжил. Нам надо на станцию Площадь Ленина. Институт от нее в двух шагах. Метро-то тут не особо глубокое. А радиация такая, что местные, наверное, долго не протянули. Тут, понятно, полегче. Но наверху мы уже схватили не меньше тройной нормы. Тоннели... Ну что, родная стихия, все как в Москве. Теперь не пропадем. Дышать, похоже, можно. Серьезно? Отлично. Фонарик просто всегда держим полностью заряженным. И тут твари. Кто бы сомневался, сейчас, сука. Полезут, но ничего, нам не впервой. Прямой дороги нет.
Артём, осмотрись. Нам надо попасть. Артём, держись! Получай! Как ты? Спасибо, полковник. Спасибо. Ну что, еще охота? Все в крови. Ну, блин, еще лезут. Приготовься. Ну, идите сюда. Как старые добрые. Родичи наших московских упырей. И тут метро кишит. Ладно, с этими тварями мы разберемся. Мерзкие хрени. Что же эти твари жрут тут, интересно? Людей-то нет? Что-то у них здесь совсем жопа была. А, вот значит, как они тут выживали. Радиопротектор. Зеленка эта, которую военные раздавали. Потом запас кончился, а радиация так и не упала. Ну и все. Осторожнее, тут все прогнило. Смотри, в воду не свались. Черт, снова тупик. Мост обвалился. Обычно в таких коллекторах можно пройти снизу. Спускаемся, попробуем обойти. Здесь ох, не нравится мне это место. Совсем не нравится. Слышал, что это было? Что за нахрен? Вообще точно что-то есть. Надо скорее выбираться. Здесь можно вылезти. А вот и местные жители. А, похоже на ту яму в Москве, правда? 8000 километров и опять расстрельные ямы. Интересно, этих тоже шпионами называли? Одно и то же дерьмо везде.
командиру группы быстрого реагирования АСКОМ, подполковнику Хлебникову. Настоящим приказываю передать арестованных мятежников особому отделу и немедленно выдвигаться на станцию Сибирская для занятия обороны на ближних рубежах. Председатель АСКОМ, генерал-лейтенант Виноградов. Что еще за АСКОМ такой? Просто тут какие-то лагеря были у них. Кстати, трупам не больше года. Может, и тут кто-то еще остался. Будь начеку. Хреновая новость. Хреновая. Давай наверх и смотри в оба. Блять! Артём, это тебе не наше метро. И помочь нам здесь некому, понял? Если ногу сломаешь, сам на Аврору поползешь. А мне без лекарства назад дороги нет. Мельник, извини. Ну идем. Только теперь уж смотри под ноги. И так кучу времени потеряли. Тут выход в тоннель. Кстати, хочу напомнить, что у Мельника ног-то нету. На протезах он. Что-то мне подпорки эти не нравятся. Как бы не завалило нас тут. А ну-ка. А пыли-то? Ну, вроде держится. Идем. Давай потихонечку. Кажется, окраины станции. Погоди, фальшфейер зажгу. Красиво. Ё-моё, всё-таки война. Смотри. Они держали оборону бронелетучками, а как их пожгли, взорвали тоннель. Видно, подкрепление не успели. Пошли на станцию, может там что-то прояснится. Какие знакомые картины. ДШК, вечные защитники. Полномасштабная осада. Защитники держали переход на другую станцию. А выживших тут видно было немало, пока друг друга не перебили. А вот в Москве ложь сработала. Вот и пойми теперь, что лучше: ложь и жизнь или правда и смерть. А, что? Что-то мне не по себе, Артём. Мельник, давай не надо. Как? Ничего не мерещится? Блять, что это за галюны? Радиация. Хватанули мы порядочно. В ушах что-то. Что-то не то. Трупов. Еще одна могила. Тут бой закончился. Пойдем к гермоворотам. Там должен быть переход на соседнюю станцию.
Что это? Слышал? Тише. Вот, еще раз. Вы это видели? Какого черта? Гасим их. Сука! Мы! Вроде отбились. Вроде живы. Вот это да. В трупах прятались, мрази. Я думал, мерещится опять. Будто мертвецы поднялись. Попали в самое логово этих тварей. Ладно, давай попробуем открыть ворота. Помоги-ка, Артём. Взяли. Да, пошло. Хватит, пошли. Как я понял, это станция Сибирская. Тут должен быть переход на другую ветку метро. Как быстро патроны заканчиваются. Видишь, баллоны, хлор траванули всю станцию. Вот откуда такая гора трупов. Им тут, похоже, не до шуток было. Пришли, черт его! Эти ворота нам не открыть. Ладно. За мной. Попробуем вернуться в технические помещения. Значит, местные все-таки выжили. С Новосибирском связи у нас никогда не было, но мы считали, что и у них глушилки. Сразу после войны Комитет обороны решил скрыть все признаки жизни в убежищах, чтобы предотвратить новые ядерные удары. Смотри, сколько пыли. Давно тут все заброшено. Да, мы врали населению Москвы. Но как еще было сплотить людей, защитить их от внешних угроз? Свобода! Мертвецам свобода ни к чему. Артём, осмотрись тут. Может, найдешь что-нибудь полезное. Это я всегда. Командиру группы быстрого реагирования ОСКОМ, подполковнику Хлебникову, в ответ на ваш запрос Н-132-17А сообщаю. Захваченные саботажники на допросе показали, что основная мотивация их участия в беспорядках – недовольство своим экономическим и социальным положением. Цитаты. «Мы в грязных туннелях пашем, а вы там жируете. Я за 10 лет мясо досыта ни разу не ел, а сам на свиноферме вкалываю.
Нам по ампуле зеленки в месяц? А это что, плюнуть да растереть, а сами чемоданами тащите? Однако непосредственным толчком для присоединения к бунту, по словам вожака захваченной группы, послужил якобы существующий заговор высшего руководства АСКОМ. Цитата. Что, считаешь, раз разновысил как на депо вагоны курочим, то и не знаем ни хрена. А вот тебе, выкуси, все мы знаем. Оскомина. Примечание. Руководство АСКОМ. Мотать из города собралась. Вот, зеленку и зажили всю. Что, не так? Нас тут всех подыхать бросите, а сами тю-тю. Зимой все еще понятно стало. Наших ребят зачем половину забрали? Наверх пути чистить. А техничка зачем? 100 лет стояла, никому не надо, растаскивать начали, а теперь чини. Хватит за баранов нас держать. По окончании допроса задержанные ввиду наличия неопровержимых доказательств их подрывной деятельности переданы расстрельной команде согласно инструкции. АСКОМ, следователь особого отдела, переплетчик. Что-то у них вообще жестко было все. Что там, миленько? Все метро строились похоже, так что здесь должна быть вент-шахта. Так, по идее, если пойдем прямо, выйдем в вентиляционный тоннель, а оттуда в соседний, путевой. Вот железка чертова. Артём, слышал? Будь наготове. Смотри, эта решетка не закреплена. Глянь, что там. Проверь эту трубу, я... Ты кто? Стой! Пацан, стой! Куда? Давай, куда? Стой, пацан! Стой! Зачем убегаешь? Стой! Стой, плохого ничего не сделаю! Стой! Вернись! А мелкий Юрки везде через всякую щель залезет. Охрен его знает, где он. Здесь не пробегал, я бы заметил. Посмотри с той стороны, а я здесь поищу. Выходи, не обидим! Мальчик, ты здесь, мы знаем. Мельник, лови. Артём, держи. Стоять. Куда пошел? Попался. Ты чего убегал? Ну чего молчишь, солдат? Зовут-то тебя как? Рядовой Кирилл Хлебников, отряд специального назначения АСКОМ. О, о как. Ничего себе. А больше я вам ничего не скажу. Можете сразу убивать. Хлебников? Значит так, рядовой. Мы не желаем никому вреда. Отведи нас к своему командиру. Как это не желаете зла? Я же из АСКОМ. Вы что, не с ними? Мы вообще не знаем, что это. С ними?
Не знаю, кого ты имеешь в виду, но если они убивают детей, то мы точно против них. Так что можешь смело вести нас к командиру. А зачем вам к командиру? У нас важное задание. Подробности можем сообщить только твоему руководству. Так что веди. Тем более, деваться тебе все равно некуда. Хорошо. Только смотри без фокусов. Нам сюда! Тут уже недалеко до станции! Какая это станция? Ну, проспект. Какая еще? Отлично. Туда-то нам и нужно. Перегон. Цель близко, Артём. Стой. Все чисто. Ну, идем. Вот вы сказали, цель близко. Но зачем вам институт? Ха-ха-ха. А ты настойчивый. Задание у нас. Больше сказать не могу. В институте? Так оттуда давно всю зеленку вынесли. Какие там задания? Что еще за зеленка такая? Не знаете? Подождите, вы вообще с какой станции? Мы вообще с Москвы. Артём с ВДНХ, я из полиса. А? А это где? Это в Москве, боец. Сейчас! Чёрт, мальчик! Посадите меня! Давай. Скорее! Пошло добро в хату, пошло! На это что скажете, Ничего тебе не выйдет, ничего. Ну что, еще охота? Ну иди сюда. Последняя обойма. Прорвемся! Живи, скотина! Патроны на убойник закончились. Ха-ха-ха! Ишь, как удирают! Вот это я понимаю! Хорошо получилось. Ну что, рядовой Хлебников, можешь выходить! Ау, так и ну у нас. И где? Неужто удрал? Ну, и где нам его теперь искать? Нельзя было его от себя отпускать. О, ничего себе. А вы честно из Москвы? Честно. Я полковник Мельник, командир группы особого назначения. Артём мой боец. Мы прибыли из Москвы на поезде. Обалдеть просто! Подождите секунду, я ворот открою. Вот это технологии. Вот это я понимаю. Я вас за мятежников сначала принял. У нас тут война была. Это мы заметили.
Уютно у вас тут. А где все? Отец на задание ушел, а больше нет никого. После войны никого не осталось. Ничего себе. Ядерную войну город пережил, а вот гражданскую. Давно вы с отцом вдвоем остались? Почти год уже. Нам повезло. Целый ящик зеленки был, как у богачей. Так и стоп. Выжили. Артём, смотри. Спутниковая карта. Вон та долина, где вы с Алёшей потерялись. Откуда это у вас рядовой? Сталкеры из центра спутниковой связи принесли. Давно уже. Отец, говоришь, на задание ушел. А когда он вернется? Не знаю. Давно? Месяц назад. На связь уже 3 недели не выходит. Понятно. Знаешь, куда он пошел? Что за задание? Рядовому Хлебникову. На время отсутствия командования рядовой Хлебников является старшим по убежищу. Помимо обычных обязанностей по штатному расписанию, ему до особого распоряжения поручается. Дверь убежища держать запертой при любой, в любых обстоятельствах, выходя проверять замок дважды. Грибное поле осматривать 2 раза в день, появившуюся слизь выжигать дотла вместе с субстратом. Лучше потерять 1 грядку, чем все поле. На грязные станции не ходить, капканы проверять. Печенку есть обязательно, без отговорок. Аккумуляторы рации держать заряженными, сеансы связи каждый день в полдень, около полчаса, окно полчаса. Не скучать. Подполковник Хлебников. Да в центр этот. Мы весной собирались уходить из города. Вот он за картой попаданий и пошел. Говорил, с картой точно найдем чистое место. Ясно. Рядовой, нам нужно воспользоваться твоей радиостанцией. Артём, попробуем связаться с Авророй. Я пойду за картой, надо им сообщить. Аврора, как слышите? Это Мельник. Полковник, слышу хорошо. Как вы вышли на связь? Меняем план. Мы нашли выживших. Они говорят, что центр связи цел. Я иду туда за картой. Артём, в институт. Принято, полковник. Как там Аня? Все еще спит. Постарайтесь там поскорее. Катя говорит, у Ани начинается новый приступ. Она настолько ослабела, что... Аврора, повторите, прием. Аврора, как слышите, прием. Черт. Опять помехи. Артём, если его отец действительно вычислил чистое от радиации место, это шанс для Ани, для ребят, для всех нас. Шанс на новую жизнь. Я пойду за картой. Когда будешь лекарство, встретимся здесь, потом вместе. Подождите! За машиной. Без антирада на улицу нельзя! Осталось 3 ампулы! Папа для выхода из города берёг. Отлично, парень. Артём, ты можешь пока подготовиться. Вон, у них тут верстак, что надо. Это хорошо. Кстати, если хочешь, бери рельсу мою. Тебе она, пожалуй, больше пригодится. Только про патроны не забудь. Скажешь, в общем, когда будешь готов. Спасибо, Мельник. Друзья, здесь мы закончим сегодняшнюю серию. Наверное, следующая там или еще одна уже будет, скорее всего, все финальный. Все к тому близится. Ух, просто мои эмоции, это... Черт возьми, как это круто все. Сейчас вот вернуться в эти... Опять в метро, ощутить... Да, просто все, молчу, ни слова больше. Спасибо всем, кто смотрел, писал комментарии, ставил лайки. Всем удачи, до новых встреч.